Боже, какая красота! Вот как можно этому не радоваться? Смотрите, здесь сердечко. И все, одни сердечки. И тут сердечко. Видите, вот оно. И все из сердечек, из любви, из солнышка, из лучиков. Там люди гуляют. Вообще такая красота. А я опять сегодня, мои любимые, намывала, нашкребала. Откуда берется, непонятно. Всего лишь две комнаты. А такое чувство, что у меня хоромы царские, каменные. Боже, как красиво. Правда, захотелось вам показать. Я знаю, что вы все это видели, знаете, но, может быть, моими глазками вам будет интереснее. Все идут в солнышке, как ангелы, светятся волосики. Как же красиво. Я опять что-то пошла мыла на кухне, тут-то уже все чисто. Мыть по большому счету и нечего. А это дрыхнет, наелась шебы и дрыхнет. И тут смотрите, какие все вот эти вот рисуночки. Как мне тут солнышко все рисует, как оно меня любит. Ой, красотища. Какие у него глазочки. Прям живые у львы. И тут, смотрите, какое солнышко. У них волосики. Не знаю, снялось или нет. Тут, смотрите, какая тоже гординочка вся в солнышке. Так красиво. Сказала Наташке Зыряновой, что я тут сегодня опять все намывала. И это зеркальце, и плиту. И все тут начищала. Даже вот эти вот чашечки понамывала. Они были такие все пыльные. Все-все-все понавылизывала. Юлька себе хлеба нарезала. А я варю макарончики. Вот. Варю макарончики, спагетти. Времени уже много. Что я ела сегодня? Дай бог памяти. А, съела вареную картошку, парочку, в этом, в мундирах сварила. Вот. И ела ее с помидорчиками солеными. Так вкусно. У меня там банка даже осталась. Вон. Там морковка внизу, лук, еще что-то надо выкинуть. Ну, я оставила, думаю, может, Юлька захочет морковку или чего-то. Может, не Юлька, может, я. И эту начистила. Вся блестит. Была такая страшная. Хотя вот я когда ее начищала? По-моему, вчера. Ну, как-то вот так вот все запачкивается. Вроде и нет у нас ни детей, ни мужиков, которые все бросают. Или у меня, как его, какой-то там возраст, которого я не замечаю. Кто-то мне написал: Ирина, вы мудры не по годам. В смысле не по годам? По-моему, полвека это очень даже по годам. Юлька ругает, вообще не любит, когда макароны переваренные. Она любит альденте, чтобы они были сыроватые. Вообще, как классно с этим, смотрите, я там в этих шортиках, в коротких. Классно с зеркалом, все так расширяет пространство, правда, так кайфово. Видите, сразу кухня стала как будто бы больше. Так кайфово.
Просто супер. И особенно, когда солнце приходит. Все такое чудесное. Реально, как будто там еще окно. Вот это окно отсвечивается и расширяет пространство. Я вот обожаю. Зеркала. А тут прям радуга. Вот глазами видно, когда на солнце смотришь. А в телефоне не видно. Если гординку убрать, может, будет видно. Вот у меня в глазах прям радуги от солнца идут. А в этом не видно. О, сердечко. В телефоне не видно. Прибежал, прискакал. Прискакал. Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Тари-дара-дай-дай. Тари-дара-дай-дай. Я мыла посуду, и солнышко светило прям в мойку. И так было красиво. Эти капельки, как бриллианты, знаете, разлетались, брызги. Так обалденно. Я просто кайфовала. Вот честно. Такое все красивое, живое. А я раньше была, правда, как робот, или как кто-то вообще всего... не замечала всей красоты. Видать, точно у меня какие-то женские энергии открылись. Харита, пошли! Иди сюда! Иди, моя кошечка, иди сюда! Иди, я макарончики варю! Макарончики! Иди сюда, Хариточка. Харит. Харит. Хора. Иди сюда. Ня. Ня. Ой, я не могу. Я всегда ржу. С этой дурой. Какая она смешная. Кто-то говорит, не знаю, я говорю, у меня макароны слипаются. Почему у меня никогда не слипаются? Я не наливаю в воду масло перед тем, как кидать макароны. Не это сам. Вы в холодную воду кидаете, что ли? Так надо макароны в кипяченую. Ну, в смысле, в кипящую. Вот. Непонятно, почему они у вас слипаются. Их надо мешать периодически, ну не болтать, и чтобы они не превращались в кашу, а просто нежненько помешивать с любовью. Как красиво. И макарончики бурлят. Медитация чистой воды. А там прям какой-то туман вот вдалеке, как от солнца, знаете? Так красиво тоже. Надо Юльке отнести попробовать макароны. А то опять переварю. Одной рукой неудобно. Давай, Люся. Да давай. С макаронами разговариваю. Красота! Нет, не промываю. Вы промываете макароны? Я уже нет. Несколько лет. Раньше промывала всегда. А может, советские какие-то были другие, пыльные или какие-то. Зачем промывать? Непонятно. Все! Ужин готов.
в 9 часов вечера. Всем божественного вечера, мои хорошие. И красоты, чтобы вы ее видели. Пока!